Так, девочки и мальчики, это все тот же день, и я приехала к офису студии, в которой у меня будет, у нас будет фотосессия. И эта студия называется Tamara Night. Я покажу вам обязательно, где она находится, номер телефона, если вы хотите вдруг со своей семьей обратиться. Это очень высокого класса профессионал. Она не дешевый, я не буду говорить цены. Далеко не дешевый, но мне сказали, что это профессионал просто высшего класса. Сейчас мы туда зайдем, и я думаю, что я буду снимать. По крайней мере, как делают меня, я точно буду снимать. Все, пойдемте. Так, вот фотография написана, видите, портрет ее love, вот номер телефона, и это вход Tamara Night Photography. Итак, мы заходим с вами. Для того, чтобы вы не сказали, что я ни с кем не поздоровалась, я уже поздоровалась, я уже заходила, и я сейчас захожу еще раз, чтобы показать вам, где мы находимся. Это студия Тамары. Вот Тамара, посмотрите, какая красивая Тамара. Это наша Аленушка. Все по тебе уже скучают. Я же готова. Ой, скоро выйду. Да, скоро, скоро. А посмотрите, вы узнаете, кто вот эта вот красавица там вот? Вы узнаете, кто это? Боже, слушай, ты как модель, да, какая-то. Боже. Вот наша команда. Жанна, Алена, я. Это наша команда. И вот Тамара и тоже. Тамара нас объединила. Да. А вот это вот что? Это кто рисовал? Это я рисовала. Это мои картины. Да ладно. Ой, Тамара еще и художница. Она не только фотограф, она еще и художница. Вы посмотрите. Это просто что-то с чем-то. Это же нарисовано. Вот это нарисовано. Ой, какая вообще круть. Просто нереально. Подождите, но вот это тоже нарисовано, что ли? А вот это фотография. Да, все поняла. Боже, как здорово. Я смотрю, вдруг я кого узнаю. А кто-то здесь у нас, здесь из Ирландии есть? Это не из Ирландии девушка, я, мне кажется, я ее знаю. Да, наша. Наша, да? Да. Ой, слушай, а кровать? Мы полежать можем здесь? Можно. Да? Хочешь, здесь будем фотошоп делать сегодня? Да. Я только что сказала Жене. Тут столько всяких фонов. Посмотрите, фон такой, фон такой. С кресла, диваны, белые, белые. Ой, вообще здесь. Вот, пожалуйста, вам профессиональная студия, где вы можете сфотографироваться так, как вы хотите, всей семьей, с мужем, с детьми, сами по себе, как угодно. Зонтики, все, все, все. Это, конечно, здорово. Так, вот, к сожалению, я не видела Жанну до. Так, а Алену уже накрасили, да? Алену накрасили, но у нас тоже есть фотография до. Угу. У нас все есть. Весь компромат на всех есть. Вот видите, девушка. А девушка, которая красит, по-русски говорит? Нет, она англичанка. А, ну вот она, ну, я думаю, что она так тихо. Алена, тебя-то накрасили уже, я даже внимания не посмотрела. Ну, ты мне даже... близко, так близко, там Денис снимает. А оно не близко, оно очень далеко, кстати. Очень далеко. Это будет просто классический белый, если кто-то хочет классический. Ну вот. Ну вот смотрите на меня, это фотография вам до. Наверное, вот, вот так до. Не знаю, как будет. Скажите потом, как будет хорошо или нет. Ну, туалеты, конечно, это не моя работа показывать, но покажу вам. Вот, вот этот туалет, посмотрите, тоже все в картинах, в зеркалах. И вот это вот Тамара. Я думаю, что это она. Смотрите, фотограф года. Окей, я должна взять фото для Тамары. Нет, оно получится, но они ответили все сфотографированы отдельно. А, и просто я фотошопирую. Окей, 1, 2, 3. Эй, Тамара, ты хочешь включить эти свечи? Turn off. Yeah, yeah, turn it off real quick. It's a yellow light. I'm trying to use my regular light that you had me all day with the regular one. Ta-da! Okay, 1, 2, 3.
Smile. You can do whatever. That's fine. Yeah, 1, 2, 3. Okay. Do you have some drops for the eyes in the red? No, I don't use them anymore because of COVID. My eyes is red. Do you have any? I forgot to take with me. Yeah. Do you need like? No. Okay, so how heavy are we doing your eye makeup? How heavy? Light, how heavy? Medium or heavy? Medium. Okay. Alright, so you're gonna keep staying like that for me, okay? Okay. Сейчас как накрасит? Она говорит, как вам глаза надо делать? Легко, средне или тяжело? Я сказала средне. Легко там, как мы просыпаемся с любки. Close your eyes. Голова, и я видна. Да. Всем привет. Давай мы с тобой позируем. Ну, было, мне все без меня делать. А, ты как там сердечки делать? Подожди. А давай вот так вот. Что за сердечко? Ну, мне тоже вот хочется, как у Жанны. Ну, уже терпи, все, уже терпи. Thank you.
Девочки мои, дорогие мальчики, как вам? Мне очень нравится, на самом деле, немножко по-другому, правда? Я не знаю, вам не кажется, что брови слишком светлые? Может быть, нет. Может, мне так кажется. Но очень красиво. Фото после. Алена, смотрите, у нас... Алена, это у нас в тоннеле прям стоит. Там. Ручку вот сюда. Drop again. Красота. И теперь elbow goes all the way to the wall. Yes. Видите, как сразу говорит, как, чего садиться, куда. А Жанну уже сфоткали? Нет. Это называется фотошут йога. Класс. Да. Фото-йога. Она стоит на полу согнутой. Работаем, работаем. Класс. Интересно так. Посмотрите-ка нас, Жанна. Жанна, мы с тобой как Орео. Посмотри, Орео. Белое и черное. Кофе с молоком. Как она шеет-то. Вот у меня-то нет такой шеи-то. Красота. Сейчас я тоже... Команда Орео. Да, у нас команда риэлторов шикарная. Берегись, Орландо. Смотрите, как снимает Тамара вообще из маленькой щелочки. Видимо, для чего-то это надо. Я не знаю, для чего. Свет отражает. Так. Так, туда пройдем. Мы тут разглядываем нашу риэлторшу. О, как. Все, как девочкам нравится. Вот Жанна, смотрите, фотографируется. Такой красивый риэлтор в белом костюме. На эту сторону волосы? Да, на эту, да? Окей. Супер. Ой, вообще красота. Только не оттягивайте вперед, а к себе наоборот. Угу. И вот эта рука, которая здесь, ее вот так делаем. И еще чуть-чуть. There you go. И хватает. Uh-huh. То есть, чтобы она вот так держалась. Без пальцев. Музыка-то какая у нас? Видите, как Жанночка-то, какая она у нас красивая. Все, видите? До свидания. Потом не видите. Да. Мамочка-то посмотрит, скажет, какая у меня доченька. Я сейчас даже вижу, как она улыбается. Ой, тебе очень красиво, Жанночка, вот эта поза. Да. Прекрасно. Да, вообще ей красиво все сделали. Спасибо, девочка. И ресницы наклеила, да, на тебя? Да. Я тоже наклеила. Да, и мне. Мы все как с бабочками. Замечательно, замечательно. Немножко, ну, смотрите, как. Супер. Красота. Красота. Тра-та-та. А ты все уже закончила себе? Нет, еще. Нас всех по очереди. Хорошо. Смотрите, какие красивые. Мы сестренки. Нам тоже надо фен. Да. Тебе жарко, что ли? Жарко. Посмотрите, как нас красиво сделали. Я вообще... Она мне говорит, как тебе хочется волосы. Я говорю, как вот сделаешь, так мне не понравится. Сделали очень красиво. Так, голливудскую волну. Очень нравится. Ну, а я стрейт. Так, а для чего я думаю, что тебя сюда взяла? Говори людям, когда дома будем показывать. Все спрашивают. Мы начинаем. Мы начинаем КВН. Что-то там дальше. Не знаю. Мы начинаем, точно. Вот сейчас мы сделаем красивую фотографию, фотосессию. Нам же надо с чего-то начинать. Вот да. Мы начали с фотографии. Мы представим всю нашу команду дружно. Угу. И мы начинаем. Угу. Так, Жанна, давай включим. Ой, Жанна-то у нас как лошадка красивая, смотрите. Прям напомнила лошадку. Мне так вот ножки она сделала. Главное их правильно сделать, да? Ну, лошадка это красивое лошадь. Животное, кстати. Лошадка очень красивая. Да. Грациозная. Я вот пони толстенькая. Давайте, а ты лошадка. Такие невозможные. Даже над пальчиками работает, видите? Работаем пальчиками. Как пальчики поставить надо? Все, все, все. Класс. Окей, вот этот палец мне вообще не подходит. Как-то его надо. Палец. Вот. Убираем палец. Сделали. Не подходит. Yes. И улыбаемся машем. Good. Так. У Алены ослепительная улыбка. Ну, она ослепительная. Вообще. Ну. Ослепительная.
Так, так, Наталья, так, я туда. Я такая уже на место фотографа встала, наглая такая. Так, есть. Поворачиваем здесь сюда. Или нет, давайте сюда. Да, сюда. А, все, не красиво. Замечательно. Элбо чуть в эту сторону. Сюда. Угу. Это рука практически. Ну, не, вот так, все хорошо. Drop the shoulders. Капельку вперед. Все, и носит чуть сюда. Опустите плечо. Beautiful. Beautiful. Chin down чуть-чуть. И вперед. Вы хотели серьезно, сейчас станем серьезно. Как-то вы то серьезно, то не серьезно. Ну давайте еще раз. Так, с улыбкой сначала. Ага. Beautiful. А теперь давайте еще раз улыбку сложить. Не удастся. Давайте попробуем, чтобы пальчики у нас и там были видны. Ага, хорошо. Как у меня? Чуть ближе ко мне капельку совсем. Хорошо. Хип. А, вот так тоже можно. Под грудью, если получится. Ей. Форвард чуть-чуть. И замерла. Так я сейчас буду все делать. Сейчас же все будем справлять. Вот отсюда попа уходит назад. А, нога стоит, там стояла. Просто попа отлячивается. Вот, хорошо. Чин. Нам носит капельку. Все. Красавица. Yes. Супер. 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 Это уже новый наряд. Красное платье от Кельвин Кляйна. Наверное, все помнят, когда я его покупала. Поэтому я его надела первый раз. Только что сбирку сорвала. Ой. Часы-то забыла. Свои. Не забудь бы часы. По утрам надев трусы, не забудьте про часы. Не забудьте про часы. Сейчас будем фотографироваться с чашкой. А вот с чашечкой это кофе как раз будет хорошо у меня с часами. Я приглашаю вас на чашку кофе. На бизнес-разговор. Да. Или просто на жизнь. Обязательно сделай так, чтобы это было видно в твоей визитной карточке. Чашку можно так взять? А, смотри, пальчики должны быть вперед. Именно пальчики, не большой палец, а именно играют пальчики роль. То есть как-то красиво чашку возьми. Попробуй за ручку ее. Попробуй вот. Так. Пускай Тамара смотрит теперь. Угу. Я не люблю, когда вот эта часть видна, мне нравится, когда sideways. Немножечко скрываю ее. Чуть-чуть. Вот. Пальчик прижимайте. Тогда давайте я переставлю. Ага. Ну, фотошоп никто не отменял. О, все лучше делать в камере без фотошопа. Ну, да. Так, фотошоп это не идеально. Через это нет. Нет, не нет, надо. Лучше вот так. Да, вместе. Если получится, пальчик. Даша, плечи опускайте и опускайте чашку капельку. Наклоняется кофе у нас. Вот. Хорошо. О, супер, супер. Сейчас проверим, насколько супер. Вообще супер конфета. Мне супер, очень да? Нравится. Замечательно. И замечательно. Так, мне вот пальцы в камеру не нравятся. Вот эта рука мне нравится. Так. Видите, как трудно-то. Не просто щелк-щелк. Вот так. Окей. Получится вот так? Окей, да. А здесь уже будет внизу подойти. Ты можешь и без блюдечка попробовать, если это удобнее. А кстати, может без блюдечка? Нафига мне это бабушкино блюдечко? Вот. Ну вообще просто. А мне с блюдечком вкуснее пить. А вот так вот. Надо, чтобы ноготочки были видны. Вот тут ноготочки, давайте. А, вот так вот. Вот. Супер. А это снизу можно. И пальчик. Вот так вот. Рука. Ну как я не поворачивать, пальцы именно. Вот. Меня вниз, вот в эту сторону, наоборот, сюда. Вот. Все. И работаем вот так. Опустили плечи. Красота. Красота. Yes. Носи капельку сюда. Chin up самую малость. Up. Chin up чуть-чуть. Подбородок вверх. Ага. Замечательно. И подбородок вверх еще раз.
Вот эту руку сюда переворачивай. Ну, на, наоборот, вот сюда. Всем делать. Вот да. Чуть больше получится. Ой, вот где? Вот, замечательно. Красота. Так, а куколка-куколка? Куколка. У меня коленка-то некрасивая. Очень красивая коленка. Я не знаю, что делать с руками, меня не мешают. Я могу оторвать, чтобы то не мешали. Чинап чуть-чуть. Почему эти волосы не улетают? Я же поставила фен. Я же для кого фен ставлю? Чтобы волосы не улетали. Получилось? Куда руки девать? Ну, руки хорошо лежат. Я, если что, буду рассказывать, куда я девать. Они прям хорошо лежат, да. Носик сюда капельку. А часы не мешают? Нет, они под белую соку. Окей, okay, one more time. This is worth it. Супер. Хорошо, это мы сделали. Надо же еще. Так, Наташ, можете вставать, сейчас я вам... Боже. Вообще не важно, раз... Да, нет, просто вообще пока рассоединить. Вот, хорошо, молодец. Вот эта нога, которая вот эта, ее вдаль потом сделать. Да, молодец. Теперь чуть вперед наклониться. Руки. Руки. Elbow. Сюда? Хорошо, нет, так нам не надо. Нам так не подходит. Может быть, ей нужна ступенечку, как у меня была. Ну, шикарные. Шикарные девочки. Итак, мы сейчас будем делать общую фотографию. Мы все в костюмах. Жанна у нас. На ней отрабатывают цвет, а мы ждем. Вот наши костюмы. Алена у меня идет красивая. Как мы сейчас мы встанем, да. Так что у нас отбоя не будет клиентов. И можно сделать руку сюда. Прекрасно. Сверху. Посмотрите, какая она красотка. Все, хорошо. И chin up чуть-чуть, а носик чуть сюда. Те, кто не знает, кто такая Жанна, Жанна это дочь Иры, с которой мы недавно купались в бассейне. О боже, я видела. Ты видела? Это видео. Мы так смеялись, мы классно. Тебе понравилось? Мне понравилось. Мы такие смешные. Мы оторвались. Ага. Оторвались и отдохнули. Я говорю, господи, как девчонки хорошо отрываются. Вообще. Я вам позавидовала. Да. В следующий раз мы тебя позовем. А я как раз пришла такая уставшая домой. Давай, давайте ножки раз. Мы еще рыбу будем скоро пробовать. Рыба. Да. Очень сюрстрёминг. Ага. Так, отрабатываем свет. Вот эта рука убираем чуть-чуть. Угу. Или можно вот здесь взять этот жучок. Вот, красиво. Вот это супер вообще. Супер. И носи капельку туда. Жанна. Так, хорошо. Вот да. Так, Алена встает в позу. Теперь wrists down. Ну, сделай, как у тебя было. Угу. Просто опускай. Не локти, пока не надо. Видите, как работать надо. Вот эти радости, да. Смотри, у тебя вот этот палец большой идет вверх. Надо, чтобы он был вниз. Вот. Поняла. И теперь wrist down. Видите, как yes, классно. Yes, good. Пришли к общему знаменателю. Чуть-чуть. Chin down, чуть-чуть. Супер. Так, не замерла пока. Угу. О, боже, йога началась. Да-да-да, надо ведь еще устоять в этой позе. О, хорошо. Носик капельку сюда. Нет, один раз другой. Носик сюда. Угу. Расслабь плечи. Глазки туда, носик сюда. Практически, да. Зубки туда. Я сейчас закрою здесь, Наташа. Так, ничего страшного. Извините. До свидания. А мы будем подглядывать. Слушай, давай еще полшага в эту сторону. Ага. И ага. Мы видим. Ну, девочки, ну как вам? Фальконы в костюме. Я честно вам скажу, костюм абсолютно мне мал. Когда-то он мне был просто велик, этот костюм. Но Фалькона поправилась, и костюм маловат. Честно скажу, юбка не застегнута. Как есть, дорогие мои, как есть. Здесь застегивается, но попочка у меня в лодке не осталась. Пальчики. О, мне нравится поук-тру. Так, вот эта рука прям вот так. Вот, молодец. Теперь на меня немножко. И поправь вот эту руку снова. Вот эту руки поднимите. И вот эту ручку ей надо еще раз поправить. Да, да. И вообще выглядеть и не дышите. Кисть поправь. Отлично. Вот, и все запомнили. Хорошо. Носик сюда чуть-чуть. Угу. И голова чуть обнимается. Сейчас тоже вас будем ждать. Готовьтесь. Взлетаем. Взлетаем. Залетаем. И чуть на меня. Еп. Еп. Perfect.
Вот Фарис. Одиноко. Сейчас я гляну. Подождите. Подождите, Наташа. У меня все хорошо. Голову надо разобрать. Носи как это сюда. И теперь вот тело прямо на меня вперед. Еще раз брось эту руку помягче немножко, которая... Ага, вот, молодец, сыночка. Слушай, это даже все правильно делает. Молодец. Фу. Умница и красавец. Пиджак-то мал, знаешь, как неудобно. Очень даже все удобно и прекрасно. Yes, молодец. Чин даун самую малость. Wanna give you a million things, cause isn't love what it's all about? And how to make you smile again, something that I wanna figure out. I wanna catch you like every time that you fall. I wanna give you the world, the world that is outside your walls. If I was God, I would save you, take you where you belong. If I could, I would give. Так, теперь ножки на меня. У вас сейчас вот так. Так быть не должно. Вот. Нож. Вот. Все, замечательно. Все, теперь hips away. Perfect. То есть попа идет назад, откручивается. Та-дам. Опускаем ниже. Beautiful. Чуть-чуть в эту сторону капельку. Носит сюда. И вот прям попа все еще назад. Супер. Чин. Beautiful. Stay. Stay, stay, stay. До меня ветер-то еще не дошел почему. Ну о чем не дошел? Я же его заставила, что? Не на меня, потому что на углу вот так. Вот. Yes. Все равно как-то тут не покрытие. Мне кажется, надо вот так поделать немножко. Вот. Чуть вперед. Хипс сюда капельку самую. А, все. Молодец. И wrist down. Yep. Perfect. Голова чилтер. Хорошо, что это волос прямо не хочет у нас. Нет, он не хочет лететь. Конкретно, который должен летать, он не летит. А побольше просто, включи побольше. Нет, подожди. Вот сейчас хорошо. Я ему накричала, он все понял. Смотрите, Алена у нас с ключами, а на ключах написано. На ключах-то все нет. Все, девочки, ждите обзоров домов. Да. Теперь пощады не будет. Вообще, конечно, видео вот с этим феном просто обалденные. Вы только посмотрите. Она-то у нас переоделась уже, смотрите. Ой, а что это, костюмчик что ли такой? Или? Нет, это платьишко. А. Я покажу там сзади тоже. Очень ну-ка, красиво. Покажи. Да. Ну да, да, да. Налила что-то не, ну, нельзя, а так-то красиво, конечно. Слушайте, как же это интересно вообще делать вот такие фотосессии. Пришел чумазый, не расчесанный, а уходишь красивый. Уж приходишь красивый такой, обалденный вообще, я не знаю. Это с ума сойти. Не говори, вообще и прическа, и все. Я приехала как чухомонка. Сейчас приеду к Винсенту на день рождения, скажу, пошли в ресторан, овсянку есть. Что у нас? Боже. Девочки, ну как красиво меня накрасили-то, как мне нравится, как волосы там мне сделали, ну как я так вот научусь, я так не умею, вообще не умею так делать, вот это не умею, надо как Саня идти, пусть меня учит. Ой, слушайте, как здорово, я не вижу сзади, ну как вы, видите, блин, как здорово, я такая красивая сегодня. Никого не буду слушать, кто будет писать, что я некрасивая. Я очень красивая сегодня. Сейчас приеду вечером домой, а у меня сидит Винсент, и скажу, пойдем в ресторан. Пойдем в ресторан. С такой женой, красивой. Вот, еще один наряд. Я хочу вам сказать, привезен целый дом. И туфли, и наряды. А сколько Алена привезла, это вторая Тина Тернер. Я серьезно вам говорю. Там столько коробок всяких.
что нам не надо было. Мне не надо было ничего вообще брать, наверное. Я могла все Алену взять. Мы будем ноги перекидывать. Я держу с этой стороны противовес. Вот она, вторая нога на пол. На пол, на пол. Ага. Так. Супер. Шикарно. Можно даже это. А, у нас тут чашка. Да, чашка. Локоть будет вот здесь, и чашка будет вот здесь. Давайте чашку мне. Подождите. Сейчас переведу чашку. Так, если. Ну, конечно, ноги. А, это блин. Сюда же ноги-то кидать. Жанна, сюда голову клади. Если ноги кладешь, вот так можно, будешь их вот так. Пока я буду ловить. Ну, сейчас. Ну, а можно поднять и подержать ноги-то так? Нет, можно просто пока сесть. У нее пресс большой, хороший. А Алён, ты садишься сюда. Сюда. Угу. Да. Нам не будет эти ноги мешать? Я не знаю, посмотрим. Да, сейчас посмотрим. Ну, пока все сядьте. Давай я ступлю, сейчас подержи противовес вот с этой стороны. Ноги даже немножко сожми. Не завалился. Я сейчас просто это... Давай туфли буду держать. Ой, видишь, давай. Залезла. Так. Опа. Нам 10. Мы тихо. Или ты будешь... Так. Ну, у тебя хороший педикюр, красивый. Да, все есть, да, есть. Так, Жанна, садись сюда. Я не стесняюсь показывать. Туфли, коуч. Что, не держать? А, коуч, держите, говорит. Молодец. Молодец. Так, девочки, сейчас я пока просто... Вот это, меня потом фотошоп, не складочки там мои тут. Хотя, может, у меня и нет складочек. А может, я тоже как-то... В одну и за каблуки возьми. Да, кстати, может, я тоже так не делаю. Вот так сесть. Yes. О, девчонки. А чашки? Не-не, пока я вообще смотрю свет. Пока надо смотреть свет. Пока у нас свет. Нет. Глаз. Девочки, те, которые по краям, вы как mirror image, то есть это для меня это two matchy-matchy. То есть да. нам надо твои ноги куда-то закинуть. Вот. Мне хочется, чтобы ты их вот подкинула, понимаешь? Как а должен быть очень было бы классно, если бы ты их подкинула. Вот, так, вот, может, я как-нибудь сделаю? Сможешь как-то, да, вот. Вот, и, вот и так. Ты, вот эту позу тебе нужно придется, просто... очень важно, Жан, чтобы вы не закидывали. Чтобы ты не закинула. А чашка будет на носке ботинка. Балансируем. Так, камон. Камон. Ой, девочки, что и будет. Все, что хотите, все, что угодно. Замечательно. Алло, может, давай вот так сделаем? Вот так? Вот. А чашку где я держать буду? Пока еще не держу. А кофе можно налить в туфлю? Да, да. Так, Жанна, волосы. Как мне понравилась эта женщина, которая нам сделала макияж. Да, так быстро вообще. И главное, так красиво. Ну, я думала, меня никто не накрасит красиво, так, кроме такое меня. Такое красивое лицо не накрасит красиво. Ну, потому что, думаю, меня не знает она. А она мне прическу сделала, как я всегда хотела. Я не умею просто ее делать. Не умею. Девочки, она по hire. Вы прям можете ее нанимать на любые свои events. Так, сейчас я сделаю одну так, а потом уже она будет кидать свои ноги. Я просто делаю так. Yes. И Жанна кидает свои ноги. Вау! Хорошо, что не вижу глаз. Супер красота. Сейчас, девочки, еще. Она держать еще может полчаса эти ноги. Сейчас. Я могу вот эти пальцы поддерживать, кстати, если что. Так, похочем дальше. Good. Окей, okay, ну а теперь чашки, вы все сидите, я вам всем раздам. А теперь чашки друг на друга льем, смеемся. Ой, смеемся. Наташа без блюдечка. Без блюдечка. Отлично. Наташа, значит, вы делаете руку вот так. Мне надо, чтобы чашка у меня была видна на фоне белых брюк. Вот так руку ставьте и держите чашку как-нибудь красиво. Жанна, ногами не выбиваем чашки. Это будет очень вот так? Очень веселый сейчас. Может, вот так? Нет. Но, пальчики можно... Вот здесь была бы хорошо, но где-то у тебя... Нет, но здесь у меня будет на фоне, на белом. Не переживай, ты аккуратно со своим кофе-то на белый фон-то не налей. Ну, мне так очень нравится. А, нравится? Да, ну окей, я же не вижу этого. Да. Так, я, как всегда, с волосами, да? Подкачиваю. Да мы все тут, как всегда, с волосами. Ну нет, солнце, твою копнула, знаешь, я не отказалась бы. На 4 человека можно разделить. Ну я бы не отказалась. Ты хочешь с блюдечком? Не, наверное, тоже без блюдечка, потому что я не смогу тут держать. Да, я думаю, если что, можно... Я, конечно, могу, ладно, уже без блюдечка, я как бы уже у нас нормально. Можно просто кинуть, типа... На красиво бросает, да. Творческо. Сняла. Тогда я могу с блюдечком. Тогда могу с блюдечком. Спасибо. Так, Жанна, сейчас нужно какую-то пить. Извините, хочу пить. Хлебанула. А если вот так? И тут держать? Да. Где? А чашка где?
А и двумя руками нормально балансировать? Ногой на пол, и тогда будет чуть более опорно. А чашка-то где у тебя? Ну, сейчас будет, мы же ищем позу пока. Да, вот что-то такое. Да, вот. А я-то что, раскорячку, я не знаю. Главное, что ты беги дела там хорошо. А тут уже чувствую, как хочешь. Это не важно. Плечико вниз опустили. Супер. Жанна, ручку куда-то... Да. И ручки помягче, I don't chin down чуть-чуть. Супер, девчонки. Давайте проверим наш свет. Не дышишь, не дышишь ведь, когда тут щелкает у нас. И улыбаемся, и машем. Фен. Фен забыли. Волосье-то. Залетаем. Так. Надо побольше выключить. Что, я выключила? Да, выключила. Поехал. Так как он далеко, наверное, надо побольше включить. Хорошо. Я могу еще больше, тогда волосы все дурки. Для меня вообще сейчас не бывает. Можете на меня немножечко поправить? Фен, это очень, очень обязательно. Отлично. Фен, взлетаем. Не взлетаем. Взлетело. Нет, нужно просто вот эту сторону сейчас повернуть. О. Ну, я ж слежу. Включи побольше его. На всю громкость. На нее вообще не дует. Включи на всю громкость. Пошло. У меня не пошло. У Алены волосы уйдут. У меня не пошло. Сейчас. Я там буду по очереди. Потому что у Алены уже прям взлетают совсем волосы. Смотрите, друг на друга улыбайтесь тоже. Друг на друга, да. Смеемся, ржем. Нет, друг на друга. У меня такой подбородок двойной. Ну, куда там тут продумал? Она уберет подбородок. Группа. Группа. Так, Группа. Ну, Группа. Наташа, на вас исключительно сейчас что-то. Чашку попросим, что-то. На меня ничего не попадает. А мне чашечку снизу. Главное, все шторы за вами вот так вот трусами, а волосы... А волосы стоят. Извините, у меня волосы на четверых. Попробуй обдуй четверых. Во! Теперь немножко обдувает. Алён, держи волосы. Хорошо. Да, но потом будем выбирать уже все, когда лучше. Теперь Наташа уже будет волосами. Ой, да все, Фен на двоих не хватает. Ой, девочки. Похоже, надо посидеть. Ой, а кстати, там тоже хорошо. О! А нога на ногу. Слушай, шикарно. А нога на ногу вот это? Да. Так тут ляжка большая. Elbow back получится? Elbow. Elbow back. Вот, тоже хулиганка. Жан, можно тут идёшь. Кофе. Давайте кофе. Cheers, Наташа. Cheers, Наташа. Улыбаемся. Кстати, хорошо, хоть один приличный человек на диване сидит. Хоть один приличный в группе на диване. Да. Так, ну все. Да, все, теперь волосы всех встали на место. Так. Давайте смотрим на камеру и чир сделаем. Да мы же сделали чир. Просто выглядим прилично сейчас. Да. Как не хулиганки, а приличные леди. Да, девочки. Да, но с обуви на диване. Не, ну не давай. Мне кажется, у нас миллион. Мне кажется тоже, что у нас есть еще. Так, Ален, ты хотела сама еще просто lean forward, да? Подержи, пожалуйста. Ну, скажу я вам, вот это сессия, вот это фотошутинг. Мне себя сегодня показали с другой стороны. Как я могу красиво выглядеть. Девочки еще до сих пор там щелкаются. Я обалдею. Я уже вижу ваш комментарий. Наташа, какая ты красивая. И я не буду спорить. Сегодня я красивая. Скажут, Господи, сколько она раз это повторила. Но вы еще не знаете, сколько раз я сама себя щелкнула. Винсенту послала. Винсент, говорю, посмотри на меня, какая красивая. Не без этого, честно вам скажу. Посмотрите чемоданы той женщины, которая красила меня сегодня. Тут не разобраться без стакана. И тут чемодан тоже. Это вот туфли Алены. Тут у нас, значит, вещи, которые мы переодевали в быстром темпе. Здесь тоже это все наши вещи. Здесь наша обувь. Боже. Просто класс. Hace como un par de años que pasó lo impredecible. Te fuiste por un futuro y el pasado se quedó. Después de un par de meses no sabía cómo sentirme.
Vos luchabas por tus sueños, pero me abandonaste. Un dolor de cabeza terrible, en ti me paso pensando. Cuando dijiste te amo, mientras soltaba la mano. Un dolor de cabeza terrible, yo ya no quiero olvidarte. Pero cuando amas a alguien, tú tienes que dejarla ir. Cuentos de playa con fogata en la arena, o como sirenas, esto no fue real. Todos los besos y caricias ajenas, y todos mis temas yo te voy a extrañar. No me pondría a mentir diciendo que eras perfecta, pero hasta con tus errores eres lo mejor que vi. Obvio que en un par de años te cogí mucho afecto, pero nunca imaginé el dolor de dejarte ir. Un dolor de cabeza terrible, en ti me paso pensando. Cuando dijiste te amo, mientras soltaba la mano. Un dolor de cabeza terrible, yo ya no quiero olvidarte. Pero cuando amas a alguien, tú tienes que dejarla ir. У нас идет отбор фотографий. Так, Алена, говори. Первая? Хорошо, первая. Мы отбираем теперь из множества фотографий, а это самое мучительное, потому что хочется забрать все. Посмотрите, какая красота. Ну чего, Алена, середина, средняя. Давай, мне кажется, средняя, да? Как ты думаешь? Самое прямое лицо в среднее, да. Шикарное. Ой, вообще, вы посмотрите, какая красота. Просто. Кто же хоть это такая в красном платье? Просто такая конфетка, конфетка. Немка. Прям так. Хочется с тобой прям чашечку кофе. Вот прям, Наташа, ну пожалуйста, пригласи меня. Хорошая, очень хорошая фотография. Да. Мне она даже нравится в этом не для визитки, а просто как фотография. Офигеть просто. Вот это да. Она как развернула карты. Номер я так 3. И обалдела. Все, Алена, выбирай. Мне нравится номер 3. Хорошо, 3. Все мне смотрите. Вот тут все нравятся. Я просто, у меня кровью сердце сейчас обливается. Прям все нравятся. Обалдеть. Красиво. Вы посмотрите, блогер-то ваш какой красивый. Вот эта девчонка. Да, конечно. Алена, выбирай. Давай ты выбирай. Вот ты знаешь, можно. Вообще говорят, со стороны даже лучше видно, чем ты сама на себя смотришь. Здесь очень большая улыбка. Вот мне нравится очень натуральная улыбка. На меня. Видите, там очень большой оскал. 2 и 3 мне нравится. Я между 2 и 3. Любую. А тебе, посмотри, 2 и 3. Мне все равно. Мне нравятся все. Вот ты понимаешь, все. Тогда 2. Вот что выберете, то и выберите. Мне надо главное знать, какую мне вот на... А с какой стороны считаю? На бизнес-карты. Я с той стороны считаю, ты с этой стороны считаешь. А, лучше пальцем показывать. А, ну поэтому 3. Тогда ты тоже выбрала 3. Я правильно выбрала? Я 3, а ты да. Окей, да, хорошо. Я с той вот, я 1, 2, 3. Вот так. Не, да. Ну вот мне кажется, вот это нет. Как вы, девочки, думаете? Так, солнце сейчас. Это не очень нравится. Так, это бизнес-вумен, бизнес-леди. Алена, выбирай. Первая. Ну все. Вот потому что, вот чтобы они не выбрали, мне нравится все. Я даже не могу сказать, вот что мне нравится больше, меньше. Ну вот эти мне в красном платье не очень нравятся. Не то, что говорить на весь блог. Почему? Ну что такое, должно все нравиться. Вот прям вообще не могу, шикарно. Вот это классно. Может быть ее и... Вот такие две звезды. А, да. Да, середину, да? Класс. Так, давай еще раз. Вот эта фотография, конечно. Вот там в черном тоже у нее руки сложены, да? Получается, и здесь тоже... Да, либо вот такой. Нет, вот, можно вот смотри, Наталья. Вот это хорошее. Как тебе не нравится? Ну, я как гусь здесь, я не знаю. Не нравится? Ты будешь на заднем фоне здесь чуть-чуть. Ну, помнишь, если на заднем, то нормально. Помнишь фотографию с ключом? Я иду вперед с ключом, а вы как бы будете по бокам у меня сзади чуть-чуть, понимаешь? Ну, хорошо. Я фотографии уже... Включены. То есть во время the day of the session I have a special. If you buy two more, you get one free. То есть, например, вот эти две уже включены, покупаешь еще две, одна будет бесплатная, одну уберем какую-то. Ну, кстати, с кофе нужна только одна. Да, с кофе нужна одна, поэтому вот выбирай любая, какая тебе нравится на визитку, и голова, если что, повернет.
Ну что, мои дорогие девочки и мальчики, еду домой. Еду домой к мужу. Нафотографировалась досыта. Ой, люблю фотографироваться. Слушайте, такая красота на самом деле. Девочки там еще остались убирать фотографии. Так как у меня Винсенту день рождения, мне разрешили приехать сегодня позже всех и уехать раньше всех. Потому что мне надо с Винсентом же время проводить. Вот. А я пока тут села, чтобы вы на меня полюбовались еще раз. Так как я на себя сама не налюбовалась. Честно скажу вам. Я даже вижу ваши комментарии, где вы мне пишете, а тебе идет такая помада, тебе идет такая прическа, тебе идет, идет, идет. Ой, девочки, да мне прическу-то такую я не умею делать-то. Не умею, дорогие мои. Да такая-то красота. Ой. Каждый цент, который мы заплатили, стоит того, чтобы вот это было сделать. Стоит. Поэтому запечатлела я себя в 53 года, буквально перед днем рождения. Вот такая вот я красавица была. Для того, чтобы мне не потеряться и доехать до дома хорошо, я выключаю вас. Поэтому огромное спасибо вам, что вы смотрите. Спасибо вам за лайки. Давайте так, если я вам сегодня понравилась, пожалуйста, поставьте мне лайк. Я сейчас потеряюсь, это точно, ничего не знаю, куда мне ехать. Всем пока. Так я сейчас еще приеду домой и покажу вам реакцию мужа. Я с ним, правда, разговаривала по фейстайму, показывала ему, смотри, как меня накрасили. Но в жизни-то он меня еще не видел, поэтому покажу вам реакцию мужа. Скажу, вот тебе подарок на день рождения в виде любимой жены. Так, девочки и мальчики, мы приехали с вами домой. Сейчас мы с вами... Винсента пойдем удивлять. Готовы? Так, короче, машину бы не помять. Пойдемте, посмотрим, что Винсент скажет. Так, Винсент, look at me. Wow, look at that. Yeah. Whoa, it's like a different woman. Yeah, do you like it? Oh, it's beautiful. Oh. Wow, hottie. Look at me. Hottie. Do you recognize your wife? No. Wow, looks like I got a girlfriend. You want to kiss that wife? Yeah, sure. Oh. Oh. Did you see that video I sent you? Yes. Yeah, how you like it? Liked it a lot. Yeah? Yeah. It was very done professional. Yeah, yes. That's actually I made myself. You made yourself that? You know what? That's good. It's just you turn on fan, and the fan blow to your hair, and that's how you do it. Oh, okay. Yeah. So you like me, huh? Yeah. It's like I got a girlfriend. That's for your birthday? Yeah, because I'm not going to tell my wife I got a girlfriend. Говорит, надо своей жене сказать, что у меня теперь girlfriend yet. So you not recognize me, yeah? Yeah, you look like 20 years old. Yeah, hottie. I think it's really good. I really love it. You know that that lady who did for me makeup, she just did makeup for Biden. Really? Yeah. Did it help him? She said it was very hard to make because his face was have a lot of dark spots. Spots, yeah. But she said he's very nice guy. Yeah, I'm sure. She said he's very, very nice. Yeah. Yeah, he is nice. So what I'm saying that that lady who did makeup, she's very, very professional. She's doing that 20 years. Yeah, it looks good. You can do it more often like that. Yeah. It looks like your eyes. Do you like my hair like yeah. that? Yeah, it does I look love good. That too. Yeah. I like the curls in it. Mm-hmm. Very, very cute. Mm. All right, baby. All right. Ну вот, видите, какая реакция у моего мужа. Yes, Vincent? You have a very nice reaction. Короче говоря, муж у меня не ожидал, что такая красотка приедет с такими ресницами. Ой, слушайте, такие ресницы красивые мне сделали, обалдеть. Сидит уже, играет. Все, вот мужики, видите. Нет бы, целовал, обнимал. Нет. Посмотрел, посмотрел. И играет все. Все, Винсент, when are we gonna go to restaurant? Where? И when? I'll make a restaurant here. А, окей, он здесь, говорит, здесь буду делать ресторан. I thought you're gonna bring me to a restaurant like that, beautiful. Baby, I told you, when I bought this car. Я, говорит, тебе сказал, что я купил, все будет дома. Пошла я по улице гулять тогда, чё?
Буду показывать себя на улице красивой. Шучу. Блин. Я даже волосы мыть не хочу. Вот как она мне так сделала красиво? Вот как? Я не знаю. Меня бы кто научил так делать. У меня все одинаково, я всегда делаю вот так. Все вниз. А как красиво вот так, живенько. Окей, у нас birthday dinner. Yep. Very tasty. О, Винсент сделал сам себе стейк, сделал картошечку. Got prime rib. Yeah. It got wine. Baked potato on the grill. Такая вкуснятина. So asparagus, мы, so steamed. We are going to have birthday dinner. Yes. Okay, so let's cheers. Cheers. У меня вода с лимоном. Baby, happy birthday, моя малышка. Итак, у нас с Винсентом как праздничный ужин. Я ем геркулесовую кашу. Овсяную, не геркулесовую. Это вот мой праздник сегодня. А это Винсента праздник. Но я с ним сижу и притворяюсь, что я пьяная. I'm gonna pretend that I'm drunk. Look how nice that is. Look how nice. Very beautiful. With garlic. Ooh. И картошка у него там с маслицем, с чесночком, со сметанкой. Oh, wow. Wow. What a birthday dinner. It's much better than any restaurant. Right? I cooked in it better than any of these. Он говорит, я готовлю намного лучше, чем любой ресторан. Oh, very tasty. I can take that from you. Let's say this. Asparagus. Very tasty. Mm-hmm. Ну, я все еще такая же красивая. Но уже переодетая в домашнюю одежду. See? You have a nice dinner. Beautiful wife. What else you need? Nothing. You happy today? Oh, I'm happy. Mm. Так что у нас праздничный ужин. You're up in the sky, I'll carry you home, home to the mountain near. And soon, my friend, you'll see them again, the ones you left behind, the ones you left behind. And I'll sing for you. Just sing my song as I walk through.